Нет, я не мечтал часовщиком стать. Я мечтал быть музыкантом. Так я ж пришел с часами? Ну так я их сделаю. Значит, вот этот браслет поставишь. Хорошо, поставим вам этот браслет. Но меня его не приняли. Спасибо, деточки, за поздравления. Приятно видеть мне с гитарою фото. Но текст стиха не вызвал умиления. Ни поздравления в нем, совсем не то. Меня унизить решили в своих строчках. За то, что отдал вам я 30 лет. Я одинокий был при жинке и при дочках. Пахал на вас, не видя белый свет. Я отдал все, поставил вас на ноги. Мне 30 лет тошнил матриархат. Вы вышли в люди и ходите, как боги. А я теперь для вас почти что гад. Ну что ж, спасибо вам на этом. Я добрый, я всем вам все прощаю. Я счастлив, будучи поэтом. И также счастья вам желаю. Но не захотели это печатать. Тогда я написал другое стихотворение. Ну тоже ж, ну как это так? Ну 30 лет пахал, не пил, не курил, не пропивал, ни с кого ничего. Только дай, на. И 30 лет, и вдруг и строил, и шачил, все отдал. Ушел, не судился ни с кем, ничего. Вот в чем был, ушел в эту хижину и опять заново начал подниматься. Мурка. И вот я написал такое второе стихотворение-то. Вот. Мой ответ на поздравление для любящего отца, вот как они написали. Вот тоже в газету, в эту же. Значит, мы пришли на этот свет поодиночке, за жизнь цепляясь, не хочем мы тонуть. Я все отдал вам, дорогие мои дочки, дайте хоть немного отдохнуть. Сколько я могу на вас тянуться, как будто я для вас только рожден. Тянуть вашего судьбы не разогнуться, я человек и в этом убежден. Пройду тяжбе еще десяток лет, и мне уже ничто не будет мило, а вашим нуждам конца и края нет, и вам плевать на то, что было. Да, как ни странно, я вынужден стареть, и жизнь уносит нас до гробовой доски, а мне так хочется хоть чем-то преуспеть, чтоб, уходя, не плакать от тоски. Я от вас ничего не таил, и открыл свое сердце, оно просто ночью со мной тот малыш говорил, что во мне был забытый давно. Последний автобус ушел и в гобрах оставил меня. Ветер пыль, дороги метели замело. На закате прошедшего дня. И мне очень понравилась книга, по-моему, Беляев, «20 000 лье под водой», про капитана Немо. Вот он взял от этого мира подлого и жестокого, он опустился на дно и нашел там мир справедливости. Вот. Никто никого не обижает. Вот. И я тоже так вот решил построить вот эту будочку. Я ее сам сварил, хотя и не сварщик. Я ее сварил. Вот. Ну, это работаю уже. Да уже больше 20 лет работаю. Вот потому я и назвал свой «Будка Наутилус», потому что здесь вот нет строгого. Так, так. Вот. Все по-человечески. Вот это мне нравится.